Всем привет! С вами Ромашка Букет. Я вам хочу рассказать про то, что у нас уже, наверное, как бы стало традицией. Я все время в выходные, но правда в пятницу вечером, сегодня суббота, время жарю яичницу. Все ее едят, сразу все ее съедают. Может, она вкусная, может, не вкусная, не знаю. Но факт в том, что все эту яичницу едят. Вот, вот, значит, я беру колбасочки. Так, теперь вот сковородочка такая. Так, маслице подсолнечное. Прибавим маслице. Так-то я в пятницу делаю, но в пятницу вчера я делать яичницу не смог. Потому что у нас мама Оксана работала на сутках. Вот, а работает она у нас на скорой помощи. Диспетчером. Работала фельдшером. Заработала себе какие-то там болячки. От того, что трясется все время в машине. Особенно это раньше были машины, особенно в городе Кинешма, буханки, не жесткие машинки. Вот. Натряслась, теперь доработать диспетчером. Она вчера работала, а я нянчился с Катей. Поэтому с Катей как бы сильно-то яишенку-то не пожаришь. Она будет мешать. Вот. А так мама у нас даже в каком-то году, года 3-4, что надо 5, удостоен звания лучший фельдшер Раменского района, вот, Московской области. Участвовала она здесь. Тут колбасочку мы режем. Вот так вот я кубичками колбаску режу. Раньше мы жили в городе Кинешма, Ивановской области. Я там и родился, там у меня и родители, все родственники, друзья. Но работал на заводе, автогрегат, филиал ЗЛК «Москвича». Филиал «Москвича», завод «Москвич». Ну, завод «Москвич» в Москве, естественно, рухнул. Машину «Москвич» уже не выпускают, уже давно. Ну, соответственно, завод тоже накрылся. Ну, там что-то сейчас, он там что-то вроде работает. Мне даже не интересно. И в 2005 году я уехал сюда, в город Раменское, Московской области. Здесь завод металлоконструкций. Ну, устроился инженером-конструктором. И до сих пор, с 2005 года, ой, господи, уже 14 лет, все, работаю. Ну, работа интересная, много чего, много в каких проектах я принимал участие, в известных зданиях. Например, из последних, это вот чемпионату мира по футболу, мы строили в Калининграде стадион футбольный «Калининград-арена». Вот это вот наша, трибуны. Крыша не наша, то там другой завод какой-то делал, а вот трибуны наши. Вот. Что еще? Стадион «Зенит» в этом, Санкт-Петербурге, выкатное поле. Не знаю, кто-нибудь знает или нет, что на стадионе «Зенит», там у них выкатное поле. Футбольное, целое поле прям выкатывается. Вот так вот. Так, колбасочки порезали. Мало колбас, сейчас еще порежем.
Потом в 2010 году Оксана сюда приехала. Я здесь жил по общежитиям. Мотался, ну там директор иногда нам квартиру даже снимал. Мы с конструктора жили на квартире, в общежитии жили. Потом приехал сюда Оксана с Дашей, со старшей дочкой. Тоже жили в общежитии. Там у нас было такое маленькое общежитие на 4 комнаты. Но мы там жили, конечно, хорошо, весело. Отмечали все праздники, дни рождения. Ну, потом в 2014 году купили здесь квартиру. Думал, гадал, какую квартиру. Двухкомнатную сначала хотел, потом посмотрел, думаю, зачем мне двухкомнатная. Цена сильно не отличается, возьму уж сразу трехкомнатную. Ну, трехкомнатная квартира, она, правда, небольшая. Очень небольшая. Комнатки маленькие. Вот. В ипотеку, правда. Вот до сих пор сейчас выплачиваем ипотеку. Немножко нам осталось. И тогда квартира будет наша. Ну и потом, естественно, мы долгое время, конечно же, хотели второго ребенка. Вот тут уже Катя у нас уже, все-то мы кенишемские, а вот Катя у нас уже с Подмосковья, родилась уже здесь. Так, значит, вот мы порезали колбаску. Сейчас мы ее ровненько распределяем. Газ я пока не включаю. Так, теперь будем сейчас яичницу. Яички будем разбивать, да? Заталкивать. Итак, яички. Разбиваем яички. А почему я решил снять вот это вот видео про то, как в принципе тут никаких премудростей. Яичница, яичница. Почему я решил снять? Потому что давно мы видео никакое не выкладывали. YouTube, даже некоторые подписчики уже даже писали, почему у вас видео нету. Ну, подписчиков у нас немного. Вот. Решил я выложить, ну, почему не выкладывал никакое видео? Ну, потому что ничего интересного как бы не попадалось, чтобы что-то снимать. А просто показывать свою рутину, вот эту жизнь, просто как... Там, ходишь на работу. Ну, это я не очень-то люблю. То есть, как так называемый влог вести. То есть, просто на телефон что-то и ходить потом по улице говорить, я не очень-то хочу. Вот. И мало того, что все ролики, которые я снимаю, видео, это как бы, можно сказать, так как у меня подписчиков-то... У нас подписчиков немного. Поэтому я как бы даже уже думал о том, что перестать вот этот вести, как бы, да, в Ютубе, вот эти ролики. Ну и нашел для себя единственный стимул, что чем хорошо, я снимаю вот эти все ролики, их у себя в домашний архив. И они как бы остаются в домашнем архиве. Красивые такие ролики, потом интересно как бы и посмотреть, как там, чего. Иногда просматриваешь. Поэтому, если что-то, ну ничего интересного, если нету, я видео не снимаю. Не хочу. Так, сейчас мы свет включим. Так, вот яичница. Яичницу я, правда, делаю аж из 18 или 17 яичек, но в этот раз сделаю поменьше.
Даша там в комнате сейчас. Уроки, наверное, делают. А, каникулы же у них. Убирается, значит, в комнате. Мы сегодня тоже убирались. Везде. Катя там мультики смотрит на компьютере. А мама, наверное, вяжет. Как это мы жили в общежитии. А она Оксана все время вяжет. Мы жили в общежитии. У нас один... Ну, сейчас мы до сих пор с ним работаем. Конструктор. Он все время ей говорил. Все время на этой Оксанке. Все время шутил так. Оксан, знаешь, почему бабушки, почему великаны не едят бабушек? Она говорит, почему? Потому что они во рту вяжут. Вот он все время у нас Оксанку сравнивает с бабушкой. Вон она там идет, идет наша бабушка. Вяжешь, да? Так вот вяжет. Я же говорю, вяжет. Все время вяжет. Хоть бы... Только есть, конечно, один недостаток, что вяжет, 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 вяжет. Одно вяжет, он другое вяжет, он третье вяжет. Чуть... И ничего не довязывает. Чего это не довязывает? Тут не знаю. Ну, бывает не довязывает. И у тебя все лежит, это все лежит одно недовязанное, второе недовязанное. Что-то недовязанное. А сейчас, Оксана, там из этих... Из отходов одежды, да, полосочки вырезает, клубочек сматывает, и потом коврик, как вот, знаете, такие бабушкинские коврики там в этих, вяжет на балкон крючком коврик. Так, оп, забыл, надо самое-самое-самое главное. Самое главное, чем отличается эта яичница от других яичниц, это... Приправа. Обычная приправа. Какая там она? Вегетта. Вместо соли. Мы ее сыпем. Вот сейчас мы... Катя любит у нас яичницу. Раньше не любила, а сейчас, когда в пятницу я ее жарю, она все время прибегает. Спрашивает, готова? 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 Через каждую минуту. Вот, сейчас я ей скажу, что сейчас она мультики смотрит просто. Поэтому ей сейчас, конечно же, не до этого. Вот и все. Закрываем крышечкой. И включаем. Но на самый маленький огонечек. Все. А это сейчас мы будем убирать все. Правочка, яички. В общем, покажу потом, какая яичница получилась. Все, яичница готова. Вот ее уже тут нету. Ну, конечно, самый первый я наложил, потому что я люблю чуть-чуть жиденькое, чтобы была вот яичинка. Люблю жиденькую, с чайком. Мама, он кофе вкусное свое пьет, кофе гоу. Пахнет оно очень вкусно. И Катя вот и кушает уже. Вкусно, Катя? И пьет сок. Ну, Катя уже сок выпила. В общем, сейчас будем кушать яишенку с чайком, с хлебушком. И сейчас вот будет биатлон. Будем смотреть биатлон. Мама. Спасибо нашему папе за такую мяку. Тебя любим. В общем, вот так вот кушаем. Вперед только смотри. Вот. Вот второй день езды на велосипеде. Пока еще снег лежит, поэтому катаемся по коридору и по комнате. Вот туда-сюда. Так, вот папа, папа вот так вот ее на Катю на место везет. Пап, есть! Давай, крути. Ну,
Давай, 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 давай. Вперед только смотри. Ну? Ты еще внизу, мы не можем пока... Ну, вот куда? Ты видишь, врезалась? Еще один ложусик. Смотри, давай, езжай. Вперед только смотри. Нажимай, давай. Ну, так ты поедешь или нет? В общем, вот такие вот мучения.